Глава Чувашии Михаил Игнатьев провел пресс-конференцию для представителей средств массовой информации республики, на которой он рассказал о ходе подготовки индивидуальной программы ускоренного социально-экономического развития Чувашской республики. Как известно, проект уже представлен правительству России. На днях Михаил Игнатьев лично внес последнее предложение в данную программу. Я внес предложение по методике счета. С учетом особенностей, как вы говорите, плотности населения, да, значит, с учетом потребительского рынка, там расходы-доходы, интересно считается, это методика счета по линии Росстата, чтобы были справедливые отношения. Допустим, касаясь цифр, вот мы расчетно посчитали по республике, у нас 35 тысяч жителей Чувашской республики работают или вахтовым методом, это на скважинах на Ямале, в Ханты-Мансийском округе, там Москва, Московская область, ну, в других мегаполисах. Они получают зарплату от работодателя по ведомости официально, и налоги числяют 13%. Есть в то же время люди, которые конверты получают и даже 13% не отчисляют. Вот если эти доходы посчитать и учитывать по месту их проживания, эти люди у нас прописаны, они у нас проживают, благами образования, здравоохранения у нас пользуются. Но методика счета такая, они учитываются, эти доходы, по месту их работы. В итоге мы проигрываем. Это во-первых. Во-вторых, по методике счета у нас по серым схемам в республике работает где-то 160 тысяч человек, которые 13% тоже не отчисляют. Это отделка квартир. Разных мастерских работают, парикмахерские, пункты общепита. Мы проверяем, по штатной численности один человек стоит, по факту работает 5 или 7 человек. Это уже предприятие малого и среднего бизнеса. Поэтому здесь нужно наводить порядок. Наводить порядок элементарно простой. Раз мы благами пользуемся, имея в виду соцкультур-сферу, да, то мы должны с государством хотя бы делиться с расчета 13% НДФЛ. Вот это было воспринято поручение премьер-министра дано для того, чтобы внесли изменения, это для того, чтобы справедливость восторжествовала. В ближайшее время программа будет доработана и принята окончательно, и Чувашия может получить из федерального бюджета солидные денежные средства. Но для реализации в будущем поставленных задач нужны профессионалы, кадры, которые решают все. А с этим, как известно, у нас проблемы. Кадровые изменения или рокировки, они проходят, министры меняются, эти должности не вечные, и глава администрации меняется. Самое главное, когда есть новые кандидатуры на те или иные должности, намного лучше могут работать и дать соответствующий результат, то просьба их назвать, соответственно. Одного, второго, третьего, пятого будем рассматривать на назначение. В отдельных случаях, ведь мы когда даже конкурс объявляем, не с кого брать, не с кого отбирать. Люди не хотят декларации, ограничений и все остальное. Это не как раньше там хотели, там раз в очередь выстрелились. Сейчас такого нет. Тяжело, отбираем кадры. Хотя и кадровый резерв есть, и это есть, я просто к сведению это сказал. А когда люди не справляются, всегда мы их освобождали и будем освобождать. Другая проблема при существующем благоприятном инвестиционном климате в Чувашии – это отсутствие предпринимателей, как в самой республике, так и за ее пределами, желающих вложить деньги в экономику Чувашии. Не хватает состоятельных, или, как в народе говорят, богатых предпринимателей, которые сегодня входят в 50 или топ-100 лучших богатых предпринимателей. Как Виктор Феликсович Виксельберг, допустим, «Химпром», сегодня в его собственности, «ХВЛ», проект, который тоже реализовали, вот таких предпринимателей не хватает. Вот это вопрос уже к нам. Как мы воспитываем своих сыновей и дочерей, кто хочет стать предпринимателем, кто не хочет предпринимателем стать. Это разные вопросы, разные споры. Вот наша задача – формировать предпринимательский хороший, эффективный пул, который могли создавать рабочие места. На встрече были затронуты вопросы повышения доходов граждан, другие темы социально-экономического развития республики, в том числе и итоги реализации программы «Вместе жить, вместе строить», начатой в 2015 году. Что они сделали? Конечно, есть отдельные упущения уже на уровне муниципального образования, где на самом деле свои мероприятия, которые заложены были в программах, не до конца не выполнили. Были сбои там по сдвигу ввода этих объектов.
Конечно, там на сегодняшний день ответственность прежде всего лежит и на мне, по сути дела, и на главе администрации или в целом на органе местного самоуправления. Поэтому мы люди ответственные, мы привыкли и отвечать за те недоработки, которые есть в нашей работе. Но в основном, я скажу, программы выполнены сполна. Все те обещания, которые мы давали, они все в работе. Степан Гурьянов, Юрий Гурьянов. Специально для программы «Жизнь столицы».